ми обіцяли в нашій студії, нарешті з'явилася Єва Павлова. Напрочуд, відома і талановита запорізька співачка, а разом із нею Дмитро П'ятібратов, який сьогодні у якості гітариста та акомпаніатора, а ще і директора, якщо пам'ять мені не зраджує. Все правда, Діма? Все правильно? Нічого не перебрехала. Все вірно. І перш ніж ми почнемо, хочеться нагадати номер нашої студії 213-46-24. Телефонуйте, у вас сьогодні з'явиться можливість не лише задати свої питання, але й виграти у нас два квитки на концерт Єви Павлової. Ну, а власне, ми всім уже розказали, що ти тільки не повернулася із Китаю, що гастролювала, що була неймовірна зроблена робота над новим альбомом. Тож, давай про все по порядку. Що привело тебе до Піднебесної і, власне, чим там займалася? Пела, конечно. Разумела, что спевала. Своим любимым делом занималась. У нас дело в том, что мои друзья уже несколько раз там бывали в Поднебесной. Сейчас ни для кого не секрет, очень много. Да, дуже практически популярно. Музыкантов уже в Запорожье не осталось. Все рванули в Китай. Вот, и мы тоже попробовали, нам предложили контракт, и я там пела и свою музыку, свои песни, и песні на англійському язикі, ну, то, що мені подобається. Я, ну, в принципі, для мене не секрет, чому запорізькі музиканти, взагалі українські, їдуть туди. Але для мене якось, чесно, стало загадкою, чим так популярні наші музиканти там, чим вони беруть. Чому так великий фейсом? Серйозно? Так, ну, знаєш, вони так реагують прямо, як я не ждала такої реакції. От як діти, у них такий восторг. Они, ну, с большим восторгом как-то реагируют на нас, очень хотят быть на нас похожи. Девочки-китаянки говорили, все, я еду в Корею, буду делать глаза, как у тебя, буду делать скулы, как у тебя. Ничего себе. Ну, ты знаешь, у нас такой же фурор, ты справила и на Юру. Юра, с работы пішов, каву пішов варити. Нет, никто просто из телезрителей не в курсе, как мы заманиваем творческих людей к нам рано утром в студию. Приходится обещать кофе, обещания необходимо выполнять. Доброе утро, я кофе пообещал. Мы ждем, он пока еще горячий. Это просто ад какой-то. Как я поражаюсь, как вы работаете так рано утром. А представляешь, такую погоду? Представляешь, какую погоду просыпаться еще? Я просто проснулась в 5 утра. Вообще обычно я засыпаю где-то. Ну, мы с Димой шутим. Богема ложится в 5. Кстати, есть еще второй секрет, кроме кофе. Обычно утром бодрит музыка, да? Я попрошу звукорежиссера. Музыка бодрит всегда. А можно нам какую-то музыку, мы будем все вместе просыпаться фоном? Потому что как-то нам совсем всем грустно. Да ладно. Нет, нормально. Тебе грустно? Ми вже поговорили о том, де ж ти так довго пропадала, да? Це секрет відкрила. Я вам розказала, що була в Китаї, і розказувала, власне, на тому моменті, коли... Краткое содержание предыдущих серій, я понял. На тому моменті, коли ти зайшов, якраз я розповідала, чим так популярні наші музиканти у Китаї, виявляється фейсом. Блондинистостью. И не только. Это обязательно. Я была с гитаристом, который брюнет, но он очень высокий, такой большеглазый. Там девочки и мальчики висели просто на плечах. Мне кажется, что музыкою так уж мало вирізнятися. Я думаю, что музыкою так уж мало якось приваблювати. Я не дуже знаюся на китайській музиці, але мені здається, що це ж таки європейська і, власне, наша, зокрема, дещо цікавіше. Что вы там спевали? Это какие-то каверы? Это сольное творчество? Я не приходилось музыка. Ли учить песни именно на китайском? В итоге? Ну, ты знаешь, не приходилось, но у меня возникло желание такое, правда, немножко не успела, тоже под конец контракта у меня возникло желание такое, потому что несколько песен я услышала, которые мне понравились очень. В принципе, красивый язык, но сложный, конечно. И приходилось немного его учить, потому что я была уверена, я со своим английским там в Китае не пропаду. А они, на самом деле, ну, только там в очень крупных городах говорят по-английски. Ну, поэтому немножко учили китайский. Ну, что ну, пела на английском. Что-то уже выучила с китайской. Ну, язык сложный сам. Тимбудон, любимая фраза. Тимбудон, да, да? Не понимаю. Кумембе, тимбудон, нихао, шинтихаума. Это мы все знаем. Это мы проходили уже в свое время. А еще очень важно. Буяо ладзяо. Что это означает? Это какое-то блюдо? Нет, это как бы комментарий, что, пожалуйста, без перца, потому что там ужасно. Мы преимущественно на юге. Вся еда очень острая. Очень, очень острая. Давай повернемся все ж таки до музыки. Что там спевали? Кавер-проект, чи своя особиста музыка? И то, и другое. Просто делали все то, что нравится. Ну, каверы, да, это был такой... У нас была музыка просто под гитару, то есть такой лаунж. Это и Нирвана моя любимая. Все, что хотели, сделали просто в таких романтичных аранжировках. И на русском тоже. Свою музику. Хто міг подумати, які романтичні китайці. Да. Ну, я, власне, знаю про те, що не лише там, каверами Нірваною займалися, але, власне, там записали і матеріал для нового альбому. Про нього ми поговоримо трохи пізніше.
пізніше, після наступної рубрики. Ви просто говорили тільки що їде остра, не остра. У нас у телезрителей у всіх є розігрався апетит. Да, у нас апетит розігрався. Нам у нас є хороша рубрика, да, рубрика готуємо швидко, вкусно і просто. І давайте прийдемося, посмотрим на цю рубрику і вернемся в студію, пообщаемся, як же воно там в Китаї. Отже, нагадаю, що у нас сьогодні в гостях Єва Павлова та Дмитро Пітібратов. Якраз ми зупинилися перед нашою кулінарною рубрикою. Ви вже розмовляли по поводу концерту, чи ні? Якщо ти перестанеш мене перебувати, ти дізнаєшся, про що ми говоримо. Юра, нікому не дійдетесь. Я ж просто вже все, я вже почти одною ногою просто на концерті. З ким доводиться працювати? Я вже просто одною ногою на концерті. У нас, кстати, є білети, ми, ребята, прийшли не з пустими руками. Кроме того, що мені видали в руки цю афішу, тепер я буду вам крупно показувати все наше інтерв'ю. Шучу. А у нас є ще білети, ми з удовольствием, да, поділимося. Будемо вопрос какой-то задавати каверзний? Или это, будем билеты это так ваша прерогатива, конечно. Или будем просто так дарить. Ну, можно просто попросить рассказать хороший анекдот про Петровича. А у нас, кстати, есть сегодня, знаете, какая тема утренняя? Мы как-то бодрим себя. Все знают, что ну под дождик как-то хочется больше поспать, чем проснуться. Стихи пописать. Но вот именно. Мы вспомнили о том, что про дождь очень много песен. Какие вы помните песни о дожде? И мы сегодня звонкой пеленой наполнил небо майский дождь. Вот. А у тебя есть какие-то песни про дождь? Ой, да, у меня много про дождь. Много? Или они навеяны дождем, да. Да, да, есть же у меня про дождь. И про море. И про море. Но больше про море. Да. Да. Про дождь на море. Я про дождь на море. Вообще. Я продумала, за что будем квитки віддавати. У нас их сегодня два по два, то есть два дзвінки будем приймати. Ты его не побачиш, Юра, на что тебе цей танець? Ну, я будем віддавати слышать. Квитки только прихильникам, только фанатам Єви Павлової. Хто... Которые спят еще. Вони не прокидаються, то на роботу зараз збираються. Якщо вони зателефонують, нам кілька пісень Єви назвуть, ну бодай назви співати, не будемо промушувати, то квитки будуть вашими. Прикольно. От так от. Я так розумію, що твоє відсутствие, твоя поїздка, в принципі, все пройшло недаром. Ти вернулась повне творчество і вирішила як-то удивити своїх слушателів і жителів міста новим матеріалом. Тобто, отримала некое вдохновення і вирішила одразу все випустити на Діму. Зараз все розкажу за місць Єви. Так на Діму, не тільки на Діму. Ні, да, основний саунд-продюсер цього проєкту, тобто колектива взагалі Єви Павлової, да, це Женя Польських. Вот, то есть, ну, мой коллега, да, понятне діло. Тобто, ми це опять же сделали. Он первым принял удар на себя. Да, он, да. Это вот. Его идея, он все да, удары принимает. Мы попробовали, с чего все началось. Да, была Ева Павлова, да, не первый год, уже давно ее была, все знали. Да, будет, у нее, вот да, у нее был свой определенный саунд, там в стиле босановый, в стиле там немножко джаза. Вот. Но у нас был творческий эксперимент перед ее отъездом в прошлом году, наверное, в июне месяце, да? Ну тогда, как раз перед Китаем, мы записали «Чудеса» с Женей Польским. Да, мы записали песню «Чудеса», да. Я говорю, а давай сделаем здесь такой бит. И вот. И оно так хорошо зашло. Да, да. Я говорю, вот Женя, получилось, давай. Получилось, да. Шикарная, интересная песня, которая вообще нестандартная, которая, в принципе, не имеет формы как таковой, да. Изначально вообще это был стих, насколько я знаю. Ну, у меня так часто бывает, да. Да. Стих, а потом песня. Вот. И мы потом решили, как бы Женя говорит, ну, нужно, наверное, сделать альбом. То есть, как бы, есть нормальный саунд, есть такой эксперимент, как бы, где есть очень интересный там инди-саунд, да, инди-поп там, и в конце есть такие какие-то кусочки рока, да, то есть потяжелее, покачеве, то, что, в принципе, как бы, ну, нравится, наверное, всем. Однозначно это удивляет, это интересно, на рынке Украины такой музыки, ну, маловато, скажем так. Вот, и после приезда все подготовились и активно начали работать, Женя активно с Евой активно начали писать. Прям сделали... с корабля на бал, с самолета, да, сразу на студию. Практически. Работа велась не в Китае, работа над альбомом уже в Запорожье была. Нет, в Китае я просто присылала Жене новый материал, да, мы договорились с ним, что он занимается аранжировкой, мне очень нравится, как он это делает, мы так по духу очень совпали с ним, мне очень нравится. И я ему присылала просто песни, и он уже начинал с ними как-то их. Предварительно уже мыслить, как это все будет. Да, 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 то есть делать аранжировку, да. И... Ну, ты говоришь по поводу там, я решила удивлять, или там, ты говорила о том, какая музыка там актуальна, не актуальна. Меня вообще-то мало волнует, я думаю в первую очередь о том, чтобы мне нравилось. Вот, ну, искренность у нас, ну, в таком, неотъемлемый приоритет. Да, то есть самое главное делать то, от чего мы сами кайфуем. То есть, материал получается довольно-таки интересный, он, ну,
необычный, нестандартный, но он действительно всем нравится. Те люди, которые слушали уже, да, часть, несколько синглов, вот один сингл вышел у нас, уже... То есть у вас есть те первые слушатели, круг друзей, которым вы так предпрезентацию делаете? Да, 4 числа вышел «Sweetest Song», первый сингл, это, собственно, он войдет в альбом. «Снижение» был написан, да. Да, очень красивая песня, атмосферная. То есть люди, которые, ну, очень позитивные отзывы на это все, потому что смесь электроники, смесь живых инструментов, смесь стихов, немножко рока, лирики, да, то есть это очень, очень довольно-таки интересно. И сам концепция концертов, да, которые нам предстоят, она тоже, это смесь, опять же, музыкального материала, живой команды и непревзойденной лирики от Евы Павловой. Да. То есть это стихи, это должно быть очень интересно. Слухай, Діма, ну ти кажеш, що музика не схожа на те, що здебільшого є на українській музичній сцені. От Єва задала про Шенчжень, я так вже з тону розумію, що місто, очевидно, дуже сподобалося, якось полюбилося. Слухач український, ну, не надто зараз розбещений хорошою музикою, слухач китайський, чи є більше вдячним? Хто активніше реагує на вашу музику? Ну, ты знаешь, в Китае, да, они очень, очень сильно реагируют, но я там все равно такой отдачи не ощущаю, как с русскоговорящей публикой, потому что они же понимают, текст, о чем... разумеют, да? Да, потому что для меня это очень важно, да, вот этот вот посыл смысловой. То есть они же воспринимают это, потому что они даже не всегда понимают английский. Да, учитывая, что они вообще сами по себе такие яркие как-то и красочные, я думаю, что они больше картинку даже воспринимают, чем музыкальный материал. Да, да, да. И, по-моему, приехали в первый клуб, и они их спрашивают, а что, покажите свои костюмы. Что? Это разве концертные костюмы? То есть для них вот, они любят стразы, там какие-то перья, каменья, чтобы все блестело, сияло, да. Да, ну то есть они реагируют больше все-таки на картинку. Ну, а сама музыкальная культура, вот та музыка, которая звучит там, на радиостанциях, в телеэфире, насколько отличается музыкальный материал? Ну, если не брать там всемирные какие-то известные имена, там, Мадонны, Рианы, вот та музыка, которая чаще всего звучит в эфире, насколько она отличается от украинской, то, что у нас обычно слушают? То, честно говоря, я не знаю. В принципе, или те же песни? Ну, по моему опыту, когда там я, да, работал какое-то время в Китае, у них нет как таковых радиостанций музыкальных, как принято это у нас. В основном это новостные какие-то радиостанции. То есть, ну, что там рассказывают, мне не было понятно. Нам нельзя подсказывать, в Китае даже интернета нет. Не, это интернет, там все хорошо, гораздо лучше, чем у нас. Не, ну, кстати, по-моему, есть какие-то сайты, которые там запрещают, да, по-моему, в Китае, вот известные поисковики. Есть, там YouTube запрещен, да, там очень много чего. Instagram запрещен, Facebook, Google, там, и там какие-то обходные пути, то есть можно устанавливать программы. А как ты общалась с поклонниками, если там запрещен Instagram? Вот, обходные пути. Контакт разрешен. Контакт разрешен. Контакты, нет, мы пользовались всем остальным, устанавливали там специальные программы, и с помощью которых все эти сайты работают. Но с интернетом, я не знаю, у тебя хорошо, у нас была беда. Мы пользовались обходными программами, но боялись, что в дверь кто-то постучит и скажет «добрый вечер». Нехау. Слухай, Єв, ну ти кажеш, що наш слухач активніше реагує на твою музику, тому що розуміє текст. Ми часто сперечаємося з цього приводу, що взагалі в музиці є провинним текст, чи зрештою сама музика. Я, наприклад, за музику, ну, чому-то, не знаю. Для мене важливо текстуальна частина, сенс. Має бути сенс. Для мене теж. Как-то в першу чергу, я завжди, коли слухала музику, скільки себе пам'ятаю, я спочатку сприймаю все-таки слова, смисл, а потім вже, коли вже кілька разів послухала пісню, я так, а що тут за аранжировка, де там какая гитара, какой инструмент. Для меня очень важно, да, это смысл. Ну, а при написании, Дим, может, ты как раз расскажешь, насколько в вашем творческом коллективе часто возникают сами по себе споры по поводу аранжировок, по поводу слов, как-то вы друг друга корректируете? Нет, они нет, не нет. Вот именно на твою территорию вообще никто, я так понимаю, не заходит, да? Нет, она только музыку. Они меня принимают такой, какая я есть. Совершенно верно, да. Вам альбом нужно выпускать одразу здесь сбирку вершив. Да, альбом. Так треба, мы так и робим, да. Бачите, альбом и книга, да, как раз же у нас тоже у меня выходит. Ой, что за книжка, расскажи. Ну, очередной сборник стихов. Стихи прямо пишутся и пишутся. То есть это стихи те, которые могут стать песнями, или в принципе это просто стихи, это отдельно? А которые могут, да, могут, может быть, они и станут. Некоторые из них и стали, или знаешь, как бывает, там какие-то части откуда-то берутся. То есть, потому что все равно все взаимосвязано, вот. А вот какие-то, может быть, вспомнишь какие-то стихи, те, которые были как раз навеяны там ностальгией о Украине? В любом случае, как бы не было... Как бы не было? А у меня как-то и ностальгия, но я знала, что я приехала на время, мне было это интересно, мы... Как ты принимала это как приключение? Конечно, да. Это больше для меня даже было как, да, какой-то эксперимент, какое-то приключение, посмотреть новую экзотическую страну. Поэтому ностальгии у меня не было, я знала, что я вернусь скоро домой.
Вот. И когда вернулась домой, меня тоже многие спрашивают, ну что там у тебя, депресняк после Китая? Приехала сюда. Я говорю, нет, все прекрасно. Я так привезла этот запал. Ну, потому что сразу позитив, работал. Да, и сразу да, работал. За месяц буквально написано было, записано, сделано аранжировки, записано, отмастерено уже. То есть это было порядка 8 песен, наверное. Да? Сейчас работа еще продолжается, то есть альбом но уже практически на выходе. Прямой, да, мы на финише, да. Но реально за месяц было сделано с нуля, абсолютно с нуля, было сделано там порядка 8 песен. Ага. И жители нашего места мають унікальну змогу послухати ці та інші пісні Єви Павлової. Номер 213-46-24, незмінний номер нашої студії. Телефонуйте, називаєте ваші улюблені пісні Єви Павлової, і за це отримаєте 2 квитки на концерт. Про концерт будемо говорити трохи згодом. Одразу після реклами почуємо одну із пісень, яку сьогодні нам презентує Єва, тож не перемикайтесь. Отже, нагадаю всім, хто щойно до нас приєднався, сьогодні до нас завітала Єва Павлова, прекрасна, талановита запорізька співачка, поет, музикант, а також Дмитро П'ятібратов, який є і концертним директором. Сьогодні говоримо про новий альбом, про поїздку до Китаю, а також про концерт, який відбудеться у Запоріжжі вже 24 квітня. Ми маємо квитки, у вас є шанс у нас їх забрати. Для цього телефонуйте за номером 213-46-24, називайте свої улюблені пісні Єви Павлової, і у вас буде шанс сходити на цей концерт та послухати новий матеріал. Ну, а в нас, я думаю, цей шанс є просто зараз, просто сьогодні. Єва, яку пісню сьогодні нам заспіваєш, що презентуємо нашим глядачам? Це пісня, яка війде в новий альбом, нова пісня. Ну, зараз вона буде звучати зовсім по-другому, тобто з повним составом, а зараз ми її зробимо просто в акустиці. Просто-напросто. Просто-напросто. Бо це, по-моєму, перший раз в житті, що я так рано пою. Я в это время обычно сплю, спать ложусь в это время обычно. Ну, все бывает в жизни в первый раз. Хорошо, да. Я первый раз тоже так в первом зрительном ряду и наслаждаюсь вашим творчеством. Поэтому ура. Видите, все как все складывается. Давайте попробуем действительно как-то познакомимся с этим треком. Okay. Эти ночи британские песни, истории Сида и Нэнси, мои чувства к тебе. Сложно их не учесть. Я ликую в твоих поцелуях, тебя и меня рифмует эта весна. Принимаю как есть. Я падаю в музыку, без ума, без слов. Как падаю в любовь, я падаю в музыку, без слов, без ума, как падаю в тебя. Льется наше бесценное время, все, о чем мы мечтали и пели, сердце на взводе от бессонных ночей. Я ликую в твоих поцелуях, тебя и себя рифмую, слышу твой голос, нажимаю на плей. Я падаю в музыку, без ума, без слов, как падаю в любовь. Я падаю в музыку, без слов, без ума, как падаю в тебя. Моя любовь словно море, словно молитва, не стоит со мною спорить. Падаю в музыку, без слов, без ума, как падаю в тебя. Я падаю в музыку, без ума, без слов, как падаю в любовь. Моя любовь словно море. Слушайте, как классно петь с утра, мне понравилось. Я проходи ще. О, слухай, у мене класна пропозиція. Може, тепер кожен ранок будемо зустрічати разом. Ні, на тобі каву. Ви мене перестроїте з цього подібного образу життя. А ти не будеш у мікрофону.
подумай над цим. Что, вы каждое утро? Ну давайте, А может кровать поставить для нее сразу? Так, чтобы, в принципе, цей диван раскладается. Только нужно будет одно там условие, да? Два. Шампанское. Ручка, бумажка, для того, чтобы записывать стихи, і обов'язково сигаретка. Так, все, зрайдером ми знайомимося. Провокатор. Зрайдером з технічним потім знайомимося. В принципі, ми вже домовилися, кожен ранок тепер у нас в тандемі. Юра Юрченко, Аня Рицько, Єва Павлова, Діма П'ятібратов. Будемо працювати разом. У нас, кстати, есть еще один человек, который к нам присоединится, это телезритель. Нарешті. Ви говорите, що есть білети, есть білети. Є звонок. Твої фанати покинулись уже. Ну нічого собі. Не вложились. Секрет очень прост. Как только как только песня прозвучала, сразу все проснулись, и фанаты в том числе. Я, ура! Это же Ева Павлова. Упали потелефонувати. Алло. Алло, доброе утро. Да, доброе утро. Как вас звати? Любовь. Любовь. О, любовь, как вот падаю. Про вас пісня ще не була. Любов, отже, ми сьогодні обіцяли роздавати квитки на концерт Єви Павлової. Щоправда, тільки за тієї умови, якщо ви нам назвете назву її улюблених пісень, чи ваших пісень улюблених її авторства. Назовете нам? Google в помощь. Єва Павлова, Google. Отже, Любов, які ви любите пісні Єви Павлової? Що можна нам назвати, щоб забрати у нас ці два квитки на концерт 24 квітня? Ну, як мінімум, можна вже назвати одну пісню, яка тільки що прозвучала. Ім'я, сестра, ім'я. Нечесно. Чесно, що не чесно? Ми оголошували ці умови ще хвилин 10-15 тому. Отже, да. Любов, є у нас якісь відповіді чи немає? Да, є, є. «Цілуй мене у води» мені дуже подобається. «К тебе». І по списку, що ви думаєте? «Мені подобається пісня «Август». А, ваша дочір пісня є. Да, все, є, все, є, все, є такі пісні. Да. Є такі пісні. Все, все чесно. А ви кажете, не чесно. Отже, Любов, ми вас вітаємо. Два квитки ваші. Не кладіть трубку, вам пояснять. Ви як можете їх забрати? До речі, у нас для решти фанатів, ви не засмучуєтесь, у нас ще двоє. Так що, якщо хлопці раптом ще не лягали або вже прокинулися і не знають, куди свою кохану відвести 24 квітня, у нас є прекрасний варіант, як вам провести час разом. Телефонуйте, називайте улюблені пісні Єви Павлової і забирайте ці квитки у нас. Ребят, ну, білети розіграли, а концерті? Чого ожидати зрителям, слушателям на концерті? Сама концертна програма, може бути, як-то буде построєна? Пісні з нового альбому, класика, що це буде? Ну, в основному будет, да, из нового альбома и в новом совершенно саунде. Мы просто сами поражаемся, иногда, когда вот мы за сожжение, я приношу песню, а давай вот так попробуем. Давай... Да ну ладно. Ну давай попробуем. Правда? Гони. Ну ладно, давай попробуем. Один большой эксперимент, да. Альбом получается один большой эксперимент. Просто так спонтанно, стихийно. Мне так это нравится, потому что мы делаем и кайфуем сами от того, что мы делаем. И очень надеюсь, что слушатели 24 апреля тоже кайфанут вместе с нами. В основном будут песни из нового альбома, будет несколько... проверенных времени, проверен, как, да, говоришь, да. Хитов, не побоюсь этого слова. Но они тоже будут в какой-то новой аранжировке. Сбирка вершев. Да, я буду читать стихи, будут какие-то, ну, это электронная музыка, такая экспериментальная. Да, мы даже танцевальные. У нас есть танцевальные треки, да, индифферент. Ну, учитывая вообще формат площадки, где это будет происходить, это, в принципе, как бы, ну, клубная, да. Поэтому, то есть, планируется построить программу таким образом от живого к танцевальному, то есть, в таком ключе. То есть, нужно, ну, чтобы удивить, да, во всех направлениях удивить. Чтобы все попробовать. Да, вплоть до драм-н-бейса. Да, но в приоритете все-таки... мне хочется всегда делать так, что все равно эта музыка больше для души. Я так это позиционирую. Ну, да, ну, можно и как-то... Достучаться. Начнем потихонечку стучать. Честно, вот такой вопрос. В принципе, у каждого артиста есть волнение перед выступлением. Да. Но тот факт, что вы там отсутствовали полгода. Просто до этого я знаю, что ни один запорожский артист не собирал, в принципе, такого количества зрителей на своих концертах, как у Евы. Вот есть ли волнение, что те полгода, которые вы отсутствовали здесь для слушателя, есть ли волнение о том, придет ли слушатель и зритель? Вот. Так вот, каверзно, но в принципе. Нет, не переживайте. Нет. Волнение есть, ну, волнение перед своим концертом, перед выходом, да, вот этот драйв какой-то такое, волнение, да, это есть, и классно, что это есть, но есть всегда, потому что меня иногда спрашивают, как уже столько выступала, волнуешься? Я говорю, конечно, волнуюсь. Потом выхожу и так это все выплескиваю. Нет, я думаю, приду, потому что писали в Китае, писали, я еще по пути знаю, из Китая заскочила в Казахстан, на свою родину, где я не была уже 7 лет, у меня же там все начиналось. И у меня случилось там два стихийных концерта, то есть я приехала просто
повидаться с родителями, а ребята, друзья, поклонники сказали, мы тебя не отпустим, давай делаем концерт. И случилось даже их два, и, наверное, меня это тоже, ну, как бы родина какой-то толчок дала, какой-то такой тоже позитивный заряд, и я приехала, и мне прям хочется твоего. Я, честно говоря, даже не переживаю, на самом деле вопрос, на который я знаю ответ, потому что то количество фотографий, которое было из Казахстана, из Китая в ленте новостей от Евы Павловой, в принципе, подогревало интерес всех поклонников, потому что действительно, ну, постоянно были какие-то там, ой, у меня будет новая песня, будет еще что-то. У нас дзвінок, я від глядача, точно підемо на концерт, проховуючи те, скільки дзвінків у нас сьогодні зранку. Алло, алло, ми просто алло, ну, нам Діма ще квитків дасть. Алло, як вас звати? Наталія. Наталія, дуже приємно. Чи можете ви назвати кілька улюблених пісень Єви Павлової і без забрати повторов, в нас ці два квитки? Без повторів, ті пісні, які звучали від предыдущего дозвонившегося телезрителя. Може, до речі, у вас свої питання є. Давай вот, тільки без цих пісень, вот, усложнім немножко конкурс. Які пісні Єви Павлової знаєте лично, ви слышали? Може, якась у вас є навіть любима? Я просто, чесно говоря, помню, що... Фильм был это «Ситик и Нэнси», художественный фильм от Алекса Кокса. Так. Вот. И Ева Павлова выступила в роли Нэнси. Вот смотри, сегодня... Она вышла в колготках, веточку. Вот так, у тебя уже вот, ряды артисты, ну, и она очень красивая такая была. Ну, это фильм вообще о панк-рокерах. О! С этого уже в 70-х годов. Ты бачишь, да, какие фанаты тебе в нашем месте? Все ну, это как-то глубоко, глубоко. Глубоко, глубоко. Да. Вы еще на звездку. Ты помнишь свой концерт? Да, да, я помню. Что это за концерт? Ну, я сначала удивилась, думаю, когда, что, когда такое было. Да. Было такое? Это был, в как называется, докер, седьмой док, правильно. Седьмой док, был концерт, да. Да, я была в косухе с растрепанными волосами, в рваных чулках, да, ну что-то куда потом... Примеряли образ, да? Писали, да, ну не то, что там я, а ну-ка я сделаю стиле Нэнси, ну что-то такое настроение было. У меня же, когда часто говорили, писали о том, что Ева Павлова джазовая певица, да нифига я не джазовая. Ну, я при всем уважении к джазовой прекрасно отношусь, но такой вот около джазовый саунд был от того, что я работала с такими музыкантами, которым это было близко, это тоже было, ну как бы... экспериментально. Вот. А вообще-то у меня все начиналось с Нирваны, с тех же Sex Pistols, то есть когда мне было 16-17 лет, я слушала панкуха. Эту музыку, да. И, наверное, да, хотелось попробовать вот в таком образе себя. Приятный аккорд на струнных воспоминаний все-таки сейчас прозвучал. Подарим телезрительнице билеты. Знаешь, подаруем, безумовно. Враховуючи те, что была на концерте, точно да. Фанатка, правда? Точно. Мужчины все спят, женщины звонят. Чоловіки просто вже готують, рахують зарплатню, щоб на концерт вистачило. Отже, анархія in United Kingdom, як виявилося, свого часу дуже надихала Єву. У нас, правда, в програмі жодної анархії бути не може. Все підпорядковується нашому сценарному плану, тож прогноз погоди. Після чого ще раз запросимо усіх на концерт та нагадаємо, коли саме він буде відбуватися. Отже, сьогодні у нас у студії Єва Павлова, співачка, авторка неймовірних пісень та віршів, а також Дмитро Пятібратов, її концертний директор. Сьогодні ми говоримо про новий альбом, про концерт, який наприкінці квітня відбудеться у Запоріжжі. А також презентуємо, окрім власне, самих пісень, ще і особисті вірші, тим паче, що Єва пообіцяла, що на 25 квітня всі... 24-го? Так. Все вже перебрехали. 24 квітня на концерті усі прихильники зможуть почути не лише пісні, але власне і лірику. 25-го – це вже автопаді, це вже туди. Мы начнем 24-го, но перейдем плавно в 25-е. Как раз на 25-е. Да. Это же, может, до вершей вы порядим, а ты как, напротив? Я только забуду. А мы говорили о том, что у тебя есть сборник стихов. Стих. Да, если можно, а теперь стих. Табуреточку. Ну, уже е. Да. А мы как раз говорили про Китай, это было в Китае написано. Я за время этой поездки поняла, что мне безумно нравится путешествовать, ездить где-то, летать сам на самолетах. Вот. Ну и в Китае одним городом не ограничивалось, ты, в принципе, попутешествовала. Вот как раз было классно, да, что мы очень часто меняли города. Ну, в среднем где-то пару раз в месяц мы меняли города, смотрели. Поэтому очень это было интересно, что мы не сидели на месте, посмотрели на разный Китай. Вот. Ну вот, как раз об этом.
Чаще всего это случается в дороге, в ночных такси, в поездах, самолетах, когда сложно порою вспомнить название города, из которого и в который, когда мысленно ты останавливаешься, отстраняешься поневоле от суеты и тревоги. Эти моменты чаще всего недолгие, но бесконечно дороги, когда где бы ты ни был, ты дома, когда острее всего ощущаешь присутствие Бога. Вот так. І прямо одразу захотілося скласти тобі компанію і теж десь поподорожувати. Насправді це цінне відчуття, коли де б ти не знаходився, у тебе не втрачається відчуття дому. Да, да, вот это как раз об этом. Потому что, мне кажется, ну действительно, где бы ты ни был, очень важно, что у тебя внутри. Какое внутреннее состояние. Ну вот у меня есть это состояние, да, дома, наверное, такое, где бы я ни находилась, это очень классно. И мне как-то песнями, там, стихами хочется это состояние передать людям. И я перед думаю... этим, я вспоминаю, перед этим Ева говорит, нет, я в принципе, ну ностальгировать, ну это не мое, путешествовать, как-то такое. Ну, в любом случае... Потому что дом-то везде ну, да. Внутри, да. Ну, будем сподіватися, что и на концерте в Запоріжжі 24 квітня. І ти, і всі, хто завітають, будуть почуватися як удома. На завершення кілька слів нашим глядачам. Нагадую, сьогодні у нас була Єва Павлова, запорізька, ну я сподіваюся, запорізька, і саме так вона себе ідентифікує, співачка та авторська вірші. Була, є, чи буде, в принципі, ти себе позиціонуєш вже українською. Гражданин міра. Гражданин міра. Отже, громадянин мира сьогодні, громадянин цілого світу. Єва Павлова у нас в гостях, Дмитро Підібратов, її концертний директор. 24 квітня у Запоріжжі концерт, ми про нього вам ще нагадаємо, і на завершення кілька слів. А я вам еще один стих прочитаю. Такое буквально недавно, экспромтом. Бунтарский несколько, но в тему. Обескуражена этой весной, забиваю на правила, рамки, кладу на все это с прибором. Как это круто быть просто самим собой. Не тормози, попробуй. Не гальмуй, спробуй, тільки не прийти. Оставайтесь собой. Я хочу пожелать всем оставаться с собой, быть собой, наслаждаться этим. Падайте в музыку, падайте в любовь, падайте в весну и приходите на концерт. Мы вас ждем. Я думаю, что действительно будет много сюрпризов. Мы желаем, чтобы как раз альбом быстрее-быстрее вышел в свет. Вы его презентовали, все будет круто. Надеюсь, что ваши творческие эксперименты всегда найдут своего слушателя. И ну, самое главное, что не останавливайтесь, как вот на этом проекте, что-то придумайте и творите. И приходите к нам в студию в расширенном составе, в уменьшенном, с акустикой, полным бэндом. Я думаю, что ну, будет классно. Но мы обещаем создать хорошую атмосферу. И как раз вот вы понимаете теперь, что петь утром – это круто. Круто. Пісні круглі сутки, це круто. І ми вже домовилися, що і тепер ми кожного ранку будемо так прокидатися і співати нам. От сьогодні гості пообіцяли. Не промикайтеся, наша програма продовжується і обіцяю, на це ще буде цікаво.